Упражнение с медиатором на панцире домры. У домры есть панцирь, защитная деревянная пластина, которая защищает деку домры от повреждений. На этой деревянной пластине мы будем делать упражнение медиатором, который имеет ямку. Такой медиатор есть у всех детей, медиатор с ямкой. Берем правильно медиатор в правую руку. Рисунок можно посмотреть в папке с нотами, там есть рисунок. Сделать правильно ручку, круглую, закругленные пальчики. Кулак не сжимать, кулак с отверстием. На первые фаланги пальцев положить медиатор. Вытянуть мизинчик. Поставить мизинчик, ноготок на панцирь. И остренькую часть медиатора, уголок, на панцирь. И делаем движение вниз-вверх. Как будто что-то разукрашиваем, я говорю детям. Если мизинчик, ноготок катается, пальчики поджатые все, ровные в рядочек, пальчики согнутые, и только мизинчик более длинный стоит на панцире и катается. И катается у нас носик остренький медиатора и мизинчик вниз-вверх. Упражнение с медиатором на панцире.